второй год подряд главным управлением проводится на территории области конкурс по лучшему пляжу, организованному на территории области. В этом году участвовало всего только 10 пляжей из 23, причем частные пляжи не выставили даже свои пляжи на участие в конкурсе. Не было особо много представлено конкурсантов по номинации именно пляж, созданный сельским поселением. Победил у нас пляж Ломоносовский, это город Череповец. Вообще хочется отметить, конечно, стремление администрации именно города Череповца, где уже есть 6 пляжей, они все-таки ратуют за то, чтобы отдых горожан города Череповца именно был цивилизованным, красивым, удобным и стремятся к тому, чтобы пляжи были лучшими. Ломоносовский занял первое место. Среди пляжей, которые организованы сельскими поселениями, это Кадуй, но не второй год подряд, у них признан пляж лучшим. Из детских оздоровительных лагерей это «Лесная сказка». Подводились, конечно, по 14 пунктам, мы рассматривали, чтобы определить лучший пляж, один из главных которых – обеспечение безопасности на этих пляжах. Игровые площадки, как организованы детские площадки, организованы. Как именно досуг организован для приведения на пляж. Потому что люди приходят на пляж не только купаться, они приходят и отдыхать. То есть если есть спортивная площадка, это, естественно, большой плюс пляжу.